А вот кто-то у нас отбивается уже, по-моему, от стада. От стада у нас кто-то отбивается. Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и у нас сегодня в эфире игрушка под названием Path of Titans. Как я вам и обещал, ребятки, после конкурса мы опять вновь продолжим играть в эту игру. Ребята, я долго думал, на ком же поиграть, и мой взор упал на Зухамимуса, на Рыболова, которым мы знаем, насколько этот монстр страшный и ужасный. Ну, может, многим некоторым показаться, что не такой уж он и сильный, и все прочее. Так, короче, окрас я уже настроил. Персонаж у нас будет, конечно же, мужского рода. А вот здесь такой подвид: Тенеренсис, Лапаренти и Ангуила. Ангуила я посмотрел в переводчике, это переводится как угорь. Лапаренти вроде как какой-то тоже подвид Зухамима. А Тенеренсис просто классический Зухамим. Ну давайте выберем вот такого угря с такими вот интересными шипами на теле. Так, ну и конечно же нужно ему дать какое-нибудь имя. Ну давайте просто Скай. Так, создаем. И сейчас, ребятки, начинаем. Присоединяемся. Короче говоря, ищем мир. Так, да, все, он у меня выбран. Ищем мир. В принципе, у нас сервер уже найден. Сейчас мы должны к нему просто-напросто присоединиться. Тикс. Мы уже в игре. Да, мы уже в игре. Ну, можно пока пройтись вон туда, к тому озеру. Кстати, да, шикарно, что я появился все-таки возле озера. Знаешь почему? Потому что можно заняться какой-нибудь рыбной ловлей. Да, Зухамим, это же истинный рыболов. О, посмотри, прекрасно. Очень даже прекрасно. Можно наловить какой-нибудь рыбешки. Да иди сюда, черт тебя поподрал. Да ты что, ты какой ты нахрен истинный рыболов? Неудачник. Можно наловить, в принципе, рыбешки. Я не знаю. Накидать ее, допустим, на берег. И собраться в пати Зухамимов. Ну что ты какой неуклюжий. Ты реально, ты можешь что-нибудь сделать с этой рыбой, блин? Поймай ее. Чего, сервер... Сервер... А, рестарт сервера через 20 часов. Ага, вообще пофигу. Да нет, ты реально, ты... Ты что, ты конченый какой? Есть. Сквозь боль... Боль и слезы я, блин, сделал это. Ох, какая неудача-то все-таки, да? Такс, ладно. Так, а рыбная ловля-то пошла, 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 пошла. Давай. Сейчас мы тут наделаем все запасов, короче. Такс. Слушай, офигенско реализована вода, да? Посмотри, вот. Каждое шевеление образует такие своеобразные волны. И, блин, это очень классно сделано. Я не знаю, может быть, я до этого недооценивал эту игру. Может быть, я ругался на нее или еще что-то в этом роде. Но теперь я понимаю, как я... Был неправ, да. Да. Такс. Давай я это самое, да, я выложу сейчас рыбу, короче, на берег. О, какая огромная это, посмотри-ка. Истинный рыболов. Блин, да. Такс, нам нужно, наверное, еще наловить. Офигенско будет собраться здесь с какой-нибудь самочкой, устроить себе хорошее гнездышко. Да, такой этакий буду добыватель пищи для будущей мамаши моих маленьких детишек Зухамимусов. Ты можешь побыстрее тут выплывать? Давай чуть быстрее. Во, вот так вот, нормально, да. Все, выкладывай.
Все, замечательно. Теперь мне надо, знаешь что, мне надо напиться. Мне надо напиться, да. Мне надо напиться. И сейчас мы, короче, попробуем накидать себе пати какой-нибудь. И, возможно, ближайшие зухичи к нам придут. Не знаю. Так, ну, по идее, пати я накидал, и два человека приняли мое пати. Я не знаю, придут они сюда, нет. Наверное, мне самому придется к ним идти. Так, ну, короче, ладно, хорошо. Давай тогда сейчас мы, блин, сожрем всю рыбу, которую только что мы наловили, дабы никому не оставить здесь этот запас. Да, это мое, и я не собираюсь здесь ни с кем делиться. Ну его нафиг. Че, уже там не лезет в тебя, что ли? Да ладно, не может быть. Ты уже не голодный? Давай, 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 жуй, 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 жуй. Ты можешь съедать это все как-то, ну, намного быстрее, что ли, блин? Ну. Ладно, давайте возьмем кусок рыбы. Кусок рыбы. Знаете зачем? Короче говоря, пропитание в дороге нам понадобится. Мало ли нам придется. Сколько там идти, я вообще не понимаю. Вот, либо принесем вкуснейший кусочек рыбки нашему новому партнеру. Так, ну что ж, осталось добраться. Ой, добраться! Ох, добраться до этих людей. Погнали. Так, друзья, по пути я, короче, нашел чей-то труп. Причем, я скажу, он так зверски, блин, изуродован. О боже, надо на это наложить плюс 18. Ух, ух. Мне интересно знать, чей это труп. Посмотри, нет головы. Нет головы, кто-то откусил голову, откусил лапы, откусил хвост и съел все внутренности из тела. Ого, нифига себе. Слушай, здесь довольно-таки опасно. Надо смотреть по сторонам. А то мало ли чё. Давай, короче, уносим отсюда ноги. Да, здесь как-то прям мне даже накинуло какой-то жути. Ух. Аккуратно между ущельями. Аккуратно. А теперь просто бежим, просто бежим. Ну, не все прекрасно, как кажется. Блин, Зухамим очень быстро устает и очень долго регенит свою стамину. Вот, а еще большая печаль, что рестарт сервера, оказывается, будет буквально через 8 минут. Самый большой минус, ребята у нас забрались вообще куда-то в самую дырку мира, скажем так. Вот. Еще я там упал с скалы маленько и немножко поранился, поэтому, ребят, если вдруг я сейчас, короче говоря, откинусь своими лапами вперед, то извиняйте. Так, блин, где же у нас ребята? Дай бог, чтобы они шли в мою сторону. Так. Сервер рестарт через 7 минут. Да боже, когда ты хочешь поиграть нормально, снять что-нибудь хорошее, вкусняшное, то начинается какая-нибудь фигня постоянно. Так, ладно. Так, о, какое большое озеро. Слушай, а мы его сможем вообще переплыть? По идее, конечно, да. Так, ну нам нужно, наверное, сейчас сначала восстановить нашу стамину. Прям с рыбой в зубах. Ну, давайте так и сделаем. А потом уже будем переплывать тогда это озеро. Так, ну что ж, я, в принципе, восстановился. И по пути ко мне тут вышел еще один Зухамим. А те два парика, короче, походу вышли с сервера и будут ждать полноценного восстановления его, который произойдет через, там, через 5 минут, что ли. Так, дружище, а ты не хочешь это самое подружиться-то со мной, нет? О, посмотри, на той стороне кентрозавры. О, так, по-моему, Зухамим хочет начать охоту. Ну что же, я, наверное, тоже приступлю к этому. Я не знаю, будет ли удачная моя охота. Я ведь не только рыболов, а еще и охотник. Прирожденный охотник. Тикс. Слушай, здесь, по-моему, у нас травы. Короче говоря, здесь собирают травы на этом месте. Надо бы запомнить это озеро и выходить к нему почаще. Ну и что, ребята? Кто-нибудь будет заходить в воду ко мне? Или мне придется самому вылезти и кому-нибудь напинать? Так, по-моему, второй Зухамим у нас
Да, он просто засел в воде. Он засел в воде и ждет свою жертву. Или что он делает? Или он просто... Нет, я показал, что он занимается рыбной ловлей. Ну, хрен там было. Текс. Похоже на струтиков, да? Или на галиков. Оу. 4 минуты, боже, не надо, не это самое. Сделай мой день сегодня, пожалуйста. Да что ты, давай, давай. Здрасте. Так, вот эти два кента мне вообще не нравятся. Ага. Ты пойдешь за мной в воду? А вот кто-то у нас отбивается уже, по-моему, от стада. От стада у нас кто-то отбивается. Оу, как больно! Не-не-не-не-не-не-не, слушай, не-не-не. Не-не-не, вот... От двух кентов я точно не уйду. Слушай, по идее, я одному мелкому вот этому лысому точно напинал. Какого фига? Я точно его прокусил. Я его прокусил пару раз. И от моего укуса он точно должен был слиться сразу. Чё за фигня? Понимаю, понимаю. Пинг. Грёбный пинг. Ну что же, ладно. Возможно, в тот момент, когда я... Знаете, почему я обвиняю пинг? Возможно, в тот момент, когда я прокусываю, то один из травов уже находится немножко чуть дальше от меня. А чувак сидит где-нибудь себе в Европе, играет на своем европейском сервере и спокойно видит, как я только подбегаю к нему. В тот момент я вроде как, когда кусаю. Ну ладно. Вон он бегает себе живой, здоровый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не подставляться под хвост. Ай, 2 минуты, только не надо это делать. Идиллия. Да я фиксил, я фиксил, теперь вылезу на берег. Слушай, давай я сейчас попробую обойти с той стороны. Вон с той стороны. Попробую выйти туда на поле. И загнать малого в воду. Давай, давай, давай. Да хрен тебе, чё у тебя получится? А, блин, я боюсь вот этих маленьких уродцев. А вот кто-то попался, по-моему. Кажется, кого-то сейчас мы будем кушать. Это наш ланч. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. О, дружище. Вот это вот фатал. Вот это фатал. Вот это фатал. Слушай, я тебя прокусил в натуре. Я же слышал, как ты заорал. Все, есть, 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 есть. Откинулся. Вот это был фатал. Вот это фатал. Нет, нет, нет. Кент, кент, назад. Прикрой меня. Прикрой меня, плиз. Отлично. Ау, только не... Только не вот это, пожалуйста, не надо сейчас делать рестарт нахрен гребаного сервера. Ты, блин, прикалываешься, что ли? Я только разогрелся. Твою ж пеня. Это моя добыча. Слушай, отвалим нахрен от нее. Какого хрена? Да к черту тебя! Пошел вон отсюда, да, дай мне просто насладиться куском мяса прям при рестарте, твою зангу мать. Ладно, сейчас вернемся. Так, ну чё, я, короче, переприсоединился. Вот, и опять очередной фатал. Вот мой раненый Зухамим, но здесь, по-моему, на этом серваке... На этом серваке, короче, вообще никого не стало, никто... Походу, все сразу же после... Рестарта любого сервера, походу, сразу все просто уходят на другой сервер, не занятый. Вот, поэтому я думаю, сейчас мне на этом сервере делать нечего. Я сейчас, короче, переподключусь на другой сервак и сразу включусь.
Ну, все вроде бы прекрасно. Я переподсоединился, ёперный театр. Но получается так, что мой Зухич опять-таки появился, блин, уже на другом серваке, на том же месте. Ну ладно. Короче говоря, у меня уже есть небольшой пати. И сейчас нам опять предстоит, блин, мать его, долгий путь. Ну что ж, ладно, продолжим. Как раз восстановим силы, может быть, по пути кого-нибудь встретим. Ну, наконец-таки, встреча на Эльбе, и посмотри, на какую болотистую местность, на болотистое озеро я вышел. Обалдеть. Да, что я еще заметил, то что Зухамим, он даже на шифте в воде, он не тратит стамину, он наоборот ее пополняет. Это уникально здорово. Ну, вроде как, да, водоплавающие. Ты же та же самая рыба-селедка, блин. Но это прикольно, то, что он в воде не тратит стамину. Он живет прямо в ней. Зараза, он, я не знаю, как это правильно сказать. Уникальный, уникальный такой динозавр здесь. Так, ну и что? А ты самочка, интересно, с тобой можно будет потом потомство какое-нибудь состряпать? Ну, я думал, ты поделишься со мной. Он, да, очень остроумно. Ты мир, да? Надеюсь, ты мир. Ты мир, да. Ты мир. Да, я вылезу сейчас. Да, я сейчас вылезу. Просто вылезу. Вот, отлично. Фух, отлично. Слушай, вообще самочки, они, по идее, намного светлее здесь в игре, насколько я знаю. Ну и... Мне кажется, да, это самочка. Так, а что по строению тела? Немножко меньше. Чуть уменьшено туловище. Да, это самка, здорово. Так, ну ладно. Теперь нас двое. Два охотника, два рыболова. Рыболов и рыболовка. Ну, еще бы было прикольно сейчас поохотиться на каких-нибудь динозавров, если мы их тут встретим. Тут на сервере я посмотрел всего лишь человек 15. И сколько мы будем ходить по карте, искать кого-нибудь, я даже ума себе не приложу. Ну, ладно, давайте пока походим, а там, если что, тогда включимся. Так, ребят, короче, самка здесь у нас улеглась на берегу этого озера, и, блин, сервер совсем, совсем прям-таки опустел. Я не знаю, что с этим делать. Да ёб твою мать, ты угомонись, ты сядь уже! Сядь! Болван, блин. Простите меня, за это я не хотел. Реально. Чё? Да ладно! Понятно. Понятно, я остался один, как всегда. Ладно, хер с ним, короче. Короче, ребятки, на этом я первую серию на Зухамиме закончу. Вот. Всем, кому понравилось, палец вверх. 100% подписка на канал. Жмем колокольчик. И ждем новых серий. Пока.